Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру под названием Silent Hill 3. Так, я сейчас нахожусь в офисах. Так, и мне нужно раздобыть ключ для того, чтобы отсюда выбраться. Мне нужно раздобыть ключ для того, чтобы открыть дверь, чтобы получить другую дверь, и чтобы прочитать заклинание, чтобы отсюда как раз-таки выбраться. Но я сейчас не могу найти ключ от четвертого этажа. Так, я сейчас нахожусь на каком этаже? На втором, да? На пятом. Все верно. И нам где-то нужно найти ключ. Где именно, не помню. Так, допустим, вот здесь ключ у нас лежит. Хотя вряд ли, да? Конечно же, вряд ли. Так, с собакой вроде бы разобрались. Все верно, все, я помню это место. Нам бежать сюда. Так, все, отлично. Потом сюда. Стоп, получается, картина на пятом этаже, что ли? Так, объединить с спичками и оксидолом. Использовать. Так, у нас новая серия, поэтому надо было футболку поменять. Так. А, футболка Game Informer. Game Informer США. Блин, наверное, это самая стрёмная футболка из всех, которые были здесь. А, все, я вспомнил, мы сейчас спустимся на четвертый этаж, все верно. Картина не может проходить на четвертом этаже, потому что там пришел перспективать на третий этаж. Третий этаж недоступен, поэтому он находится на пятом этаже. Так, и здесь мы добудем сейчас другой ключ. Так, стамина закончилась. Так, все. Так, вроде как все. Так, ждем, пока восстановится стамина. Начинаем стрелять. Самое главное, чтобы он не успел сбить с ног. Вроде как все. Так, это дерьмо. Ай, блин, ты зато другой успел сбить. И стамина еще, блин, не восстанавливается. Подъем. Вот так вот быстро можно стамину восстановить. Да тихо, отстань от меня.
Так, аптечка, но отсюда выползет монстр. Или монстра нету? Есть, конечно же, есть. Да блин! Подъем! Тихо. Так, нам... Ампула попала. Как так? Ты вообще меня даже... Ты не мог меня сбоку сбить с ног, потому что упал я на спину. Тебе надо спереди было находиться, чтобы меня толкнуть вот именно так. Да как? Подъем! Так, берем аптечку. Все, она просела сам. Как хорошо то, что ты застрял. Сидел бы себе спокойно под кроватью. Я бы тебя даже не тронул. Так. В самом конце, я помню, в самом конце ключ. Вспомнил, серебряная монета нужна, и торговый автомат. А, это не то. Так это от ампулы. Короче, красная вот эта штука, это бесконечная энергия от ампулы. Так, нам нужна серебряная монетка. Для того, чтобы ее использовать вот на торговом автомате. Так, а вот этот самый ключ, который я искал. Так, тут собака будет где-то. Так, все, с собакой я разобрался. Так, а теперь можно спускаться на первый этаж, потому что ключ у нас есть. Так, налево, я не помню, что у нас там налево было. Да, нам сюда не нужно. Нам как раз таки налево надо идти, там... Так, стоп. Тут монстр, я это точно знаю. Так, там дверь, и нам надо будет в эту дверь зайти.
тихо. Он смог меня сбить с ног. Как так? Как это могло случиться? Блин, он довольно-таки быстро бегает. Блин, отстань от меня. Отстань от меня. Так, нам нужно подлечиться. Блин, отстань от меня. Так, хорошо, если он ко мне подползет близко, то он мне уже не даст возможности его убить. Так что нужно с ним разобраться до того момента, пока он не дополз до меня. Так, стоп, а тут же дверь вроде должна была быть. Я уже все этажи перепутал, блин. У меня в голове каша. А вот, все, нашел. Так, нам надо заклинание прочитать. Туфуй. Странная фраза. Что это было? Так, стоп. Нам в эту дверь надо идти. Так, ну а теперь налево и прямо. Так, и это выход. Выход на улицу. Так. Налево. В переулок. Так, и тут у нас коридор будет. Коридорная локация. Дальше будет. Так, номер квартиры не помню. 102 вроде. Но камера сама поменяет направление, ну то есть местоположение, так еще и я примерно место расположения этой квартиры знаю. Ой, не туда. Вот здесь вот эта квартира где-то нахуй. Вот она. Камера сама меняет. Так, значит, это самое крайнее. Ну что ж, заходим. Listen, something What же, блин? Crazy is going on. Я дома, папа. Слушай, происходит что-то странное. Шерил, ты вернулась? Что случилось? Там этот Джеймс выглядывает. Ну, это... Вот и все. О, моя бедная маленькая Шерил. Я не могу поверить в это. О! Я еду в Сайлент-Хилл и собираюсь надрать им задницы. О, папа, ты лучший! Джеймс такой из Гарри, ну типа показывает, как надо драться. И Гарри, и Джеймс здесь. И у Гарри еще голос, как у Нелло. Как у инопланетян. Они Silent Hill взорвали! Silent Hill. Отомстили, короче.
Давайте, дети, собирайтесь. Теперь скажите мне, разве вам не надоела концовка UFO? Ну, типа НЛО. Кстати, говорят на японском, а сама игра на английском. Правильно! Будь честным! Честность может тебе так вырасти большим и... поможет тебе вырасти большим и сильным. Ок, найдите младших. Будем петь песню о Silent Hill. Прикольная концовка. Точно? И раз, и два, и раз, два, три, четыре. Сейчас петь будут. Ютубу, наверное, эта песня не понравится. Все поют песню о Silent Hill. Давайте, ребята, будем петь. Начнем с Клаудии. Вам не нужно всем петь. Клаудия, Клаудия. Она такая милая, и я ей рад. Она дает нам всем конфеты и деньги. Просто убедитесь, что ты не злишь ее. Просто убедись, что ты не злишь ее. Все поют песню о Silent Hill. Давайте, ребята, будем петь. Они так про каждого персонажа будут петь, что ли? Следующий — Винсент. Итак? Винсент, Винсент, он такой хороший мальчик, это правда. Он переводит старушек через улицу. Но он эгоистичен и расчетлив тоже. Все поют песню о Silent Hill. Давайте, ребята, будем петь. Теперь Дуглас. Дуглас, Дуглас. Он отличный рыбак. Он встает ужасно рано и нюхает море. Он чувствует хитрую рыбу. Все поют песню о Silent Hill. Давайте, ребята, будем петь. Последнее, но не худшее, Хизер. Хизер, Хизер, разведенная с двумя детьми. Их так трудно растить, но все равно работает. Молодая, одинокая мама. Все поют песню о Silent Hill. Давайте, ребята, будем петь. Все поют песню о Silent Hill. Давайте, ребята, будем петь. Так, вот и концовка. Прикольная концовка. И вторая, и первая части вместе. А так, вот я и получил новую концовку. Называется «Отомщение».
Ну, по идее, это концовка НЛО. Итак, дело в том, что у меня был черный экран. Именно отрендеренные ролики у меня не воспроизводятся на... Почему-то вот именно в этой игре, во второй игре воспроизводились, в первой игре на эмуляторе консоли PS1 воспроизводились, на ПК там модифицированной версии. Ну это типа как, это была все-таки версия с PS1, потому что Silent Hill 1 выходила только на PS1. Ну а там был как-то вшит какой-то эмулятор прям в саму игру. А я запускал потом на эмуляторе ROM игры. И вот там воспроизводилось, но пока не воспроизводилось. Со второй частью у меня проблем не было, потому что все ролики воспроизводились. А на третьей опять такая же проблема возникла. Так, тип окончания. Отомщение, уровень боя невозможно. Уровень загадок легко. За 1.5 часа мы где-то примерно прошли. Бой с червем 3 минуты. Число прохождений 3. Сохранение продолжений 5. А, это 3, нет, 3. Сохранение и продолжение 5. Ну ладно, найдено предметов 47. Число подобрано. Число особого оружия 1. Убито врагов при стрельбе 0. Убито врагов в ближнем бою 0. Получено урона 420. Использование любого оружия... А, использование особого оружия. Минус листа. Игру можно пройти за 0 убийств. И, кстати, да... В катсцене убитый монстр не считается. То есть игру можно пройти за 0 убийств. Так. Ну да, за 0 убийств. Ну именно по, судя по статистике. А если по логике, то за 1 убийство можно пройти только. Убить босса. С помощью вот этого оружия, и это не будет считаться как убийство. Отлично. Круто же. Игру можно пройти минимум за 1 убийство, а максимум за убийство всех боссов. Это первый босс, так, это потом на крыше босс, потом Леонард, Олесса. 5 убийств можно сделать. Игру можно пройти за 5 убийств, либо за... Ну, именно 5 убийств в статистику отобразится, либо за 1 убийство, но в статистике будет по нулям. Что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Так, добавлен уровень боя в невозможно 2. Отлично, можно вот так вот. Невозможно 2, невозможно 3, 4, 5, 6, 7, так до 10, короче. До 10 уровня невозможности прокачать сложность, просто проходя на концовку НЛО. Ее легко пройти, нужно всего лишь даже одно убийство сделать, и все. Так, ладно, добавлен уровень невозможно... Так, боя невозможно 2, и все. Больше ничего нового мы не открыли. Ну, давайте мы тут сохранимся. Так, что мы будем дальше делать? Ну, по идее, нам нужно еще пройти игру на уровне сложности загадок. Ах, сложно? А так, но... Это мы будем чуточку попозже делать. У меня есть две игры, которые я хотел бы пройти. Возможно, они у меня уже на канале на следующий день после выхода этой серии появятся. Это Forbidden Siren и Condemned Crime Origins. Criminal Origins, типа. Так. Но чуть позже я вернусь к Silent Hill 3, чтобы это пройти на 100% игру всеми возможными способами. И потом, чтобы, ну, больше, чтобы не возвращаться к этой игре. Всем спасибо за просмотр, с вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео, всем пока!